Кусики кусочки, а с тобою Фласочка и со мной два миленьких амогусика. Мы, кстати, смотрим на прудик и на жителей, которые уже вышли на работу и пахают, вспахивают поля вовсю. Это, кстати, деревня очень интересная, потому что здесь очень много амогусиков. Они буквально здесь на каждом шагу. Вот один тут синенький сидит, там зелененький. Даже видела некоторых амогусиков, которые сидят прямо на крыше. А вот они, черный, желтый. Может, здесь живет житель, который очень любит игру Among Us и начал их разводить в этой деревне? А может быть, это кто-то из моих подписчиков? А ну ты, признавайся, это ты их развел здесь? Ладно, я шучу. Ой, я совсем забыла тебе рассказать о самой главной находке в этой деревне. Это очень странная пещера. Я, кстати, еще туда не заходила, потому что хотела зайти с тобой туда и посмотреть, что же там находится. Вот прям позади дерева какая-то радужная пещера. И здесь, к сожалению, убит амонгасик. Я реально немножко испугалась, когда это увидела. Но это правда стрёмно. Уже кость вот торчит. Кто-то его съел, бедняжку. Либо эта пещера очень опасная. Ой, ну и жуть. Ладно, захожу. Вау, что это такое? Ладно, я спускаюсь. Ой, блин, что это? Это какой-то непонятный крафт, но больше всего меня вопросы к этим существам. Ну, кстати, я знаю, кто это. А если ты не знаешь, то сейчас расскажу. Вот, если ты не в курсе, уже вышла вторая часть «Радужных друзей», и там появились новые персонажи. Давай-ка я тебе сейчас о них подробно расскажу. Так, первый персонаж – это мастер Циан. Это девочка-динозаврик. Она, конечно, очень милая, но по существу она свирепая и кровожадная, так что к ней лучше не подходить. Так, теперь переходим к желтой птичке. Это такая птичка, она больше похожа на какого-то птеродактиля. Кстати, у этой птички был раньше неофициальный дизайн, который, к сожалению, не вышел в свет в новой главе, а представилась она перед нами вот таким вот образом. Кстати, у нее такой забавный хеликоптер. Коптер на спинке. Очень мило. Так, и последний персонаж. Это... Ну, точнее, персонажи. Это маленькие вот такие шарики. Их называют луки. Лукисы. Что-то такое подобное. Но вроде их луки называют. Ну, вот и все. Это все персонажи. И я заметила одну странность. Не находишь ничего необычного в этих вставках в около персонажей? Вот тут золотой блок, здесь алмазный, а здесь вообще какой-то радужный червь. Или что это такое вообще? Не понимаю. А, до меня, походу, дошло. Это, получается, нам нужно скрафтить из этих блоков что-то. Что-то должно из этого получиться, но, к сожалению, я не знаю, что. Здесь даже не написано равно и что из этого получится. Просто их соединить и, наверное, кинуть сюда. Теперь нужно подумать, как мне это все добыть. Угу. Я же не взяла с собой кирку, блин. Так, а как мне вообще подняться отсюда? Блин, придется сломать вот эти вот блоки, к сожалению. Придется здесь все раздубасить, чтобы выбраться отсюда. Я ведь не позаботилась о дополнительных блоках. Угу. Ладно, не паникуем, сейчас выберемся и, наконец, раскопаю эти артефакты. Господи, как я могла так долго там пробыть? Ё-моё. Так, где мой сундук? Я положила вроде бы в наковальню. Там мой меч, мои яблочки, моя кирка. Ну все, жители, давайте пока. Вряд ли я, наверное, сюда еще вернусь, если там какое-нибудь чудище не вылезет. Ну, как говорится, с Богом. Так, строю себе лесенку, чтобы забрать этот алмазный блок. Ура, все! Я держу такую драгоценную вещь. Только мне придется пожертвовать ради этого крафта. Очень обидно. Ладно, пользуюсь моментом. Может, селфуху замутить, пока у меня алмазик в руке? Ну ладно, чё я тут разнылась? Я же миллион еще таких подержу. Это же мой не последний алмазный блок. Вот и золотой у меня уже в инвентаре.
Супер. И остался последний вот этот необычный блок. Кстати, он немножко не похож на то, что на картинке. Или похож? Ну да ладно, раз он тут есть, значит он нужен. Значит, так надо. Все, закидываю в эту воронку. Оп. 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 Сейчас по факту должно что-то произойти. Я на всякий случай закрою глаза. Так. Я слышу какие-то странные звуки. Что происходит? Ладно, все, я открываю глаза. О, что это такое? Почему исчезли все картинки и появился этот жуткий огонь? О боже, что же происходит? Я в ад, что ли, попала? Так, а что получилось в этой ямке? Офигеть, это портал! Получается, из крафта у меня должен был получиться портал, у меня это вышло. Окей, тайна разгадана. Но мне, честно говоря, жутко туда прыгать, потому что я вообще не знаю, что же там может быть. А возможно, это мои последние секунды перед смертью. Там меня ждет чисто смерть. Мне бежать и деваться некуда, так что прыгаем. Раз, два, три. Офигеть, где же я появилась? Это же новая глава радужных друзей, офигеть! Блин, а мне приходится бежать куда-то, да? Я уже слышу чьи-то шаги. Главное не напороться на кого-то, а то это будет не очень хорошо. Господи, меня, походу, заметили. А, за мной побег! За мной бегут. Господи, страшно немножко. Все, спускаемся вниз. А, там фиолетовый! Я увидела фиолетового, его ручки. Они за мной. Он идет за мной, походу, да? Или нет? А, желтый! Господи, я увидела желтого! А что он делает? Он даже летать умеет. А прикиньте, он своим клювом просто собирает, допустим, свою жертву и кушает ее. Ой, ну это жутко. Прям как из какого-нибудь ужастика. Меня заметили? Да, меня целых два монстра заметило. Все, тихо. Он сюда пробраться не может. Ха-ха-ха. Ой, удачно спряталась. А, мне газовые баллоны надо было найти. Я увидела газовый баллон. Вот, все, он у меня в руках. Что, рисковать жизнью или нет? Все, подобрала. Все, можно бежать дальше. Блин, я уже путаюсь в словах, потому что мне немножко страшно. Меня опять зеленый. Ой, синий нашел. Господи, главное переждать. Ё-моё. Вали отсюда. Тебе здесь не рады. Все. Главное мне со спокойной душой пройти дальше к Лазертагу, чтобы отнести эти газовые баллончики. Вот еще один. Отлично. Потихонечку продвигаемся. Не спешим. Главное, что я жива и здорова. За мной зеленый гонится! Ой, я нашла баллон. Все, бежим быстрее к этой машинке. Готово, есть! А нет, все мои друзья живы. Почему? Они вообще не работали, смотрю. Это капец, что сейчас произошло? Все Лукисы вылетели из двери, капец. И что нам придется делать? Да, дед просто в шоке. Он не понимает, кто съел деда. Ладно, попробуем еще раз. Нужно собрать будет этих всех луки. О, нифига себе. А я думала, они злые. Что?
нам придется по таймеру их собирать. А если мы их не соберем, то мы все помрем. Нет. Ладно, ребят, давайте. Я верю в вас, что вы их всех соберете, потому что я немножко не верю, что мы справимся. О, господи, я испугалась, это же желтая птица, она гонится за мной. Мамочки, так, все. Я в домике, меня не трогать. О, господи, это страшнее, чем всякие хорроры, блин. Страшнее, чем хаги-ваги. Ой! Господи, еще и синий сзади! И зеленый! Вы совсем чокнулись! Зачем так много? О, зато еще я луки все захватила. Супер. Еще один! А еще одного не получится себе забрать. Ну, ладно, тогда придется с одним идти. Но, получается, я знаю, где голубенький находится. Быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! Мне кажется, за мной гонятся там все монстры. Ой, они так разговаривают, миленько. Так, можно забрать и желтого. Он сам сюда приехал. Вот, иди в корзинку. Ой, такие миленькие. Птица! Господи, ну страшно быть здесь, потому что там бегает фиолетовый. Я даже этого и не знала. Синий. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Отвали. Ушел. Ну, синий, по-моему, самый легкий из всех монстров. Он вообще не стрёмный. Ничуть. Господи, опять этот хеликоптер летает там. Так, а здесь и забрали Лукиса. Там зеленый. Ой, ну локации тут просто суперские. Я ими восхищаюсь. Вот это ледяная локация. Вот эти батутики. Тут столько можно... Тут везде можно пройти и везде развлечься. Там желтый ходит. Он, походу, за мной пришел. А, он ушел в замок. Ой, дурак. Все, я пробегаю быстренько и кладу этого малыша в корзинку обратно. И мы, получается, победили. О, нет, за мной идет зеленый. Синий. Господи, я уже путаюсь в цветах немножко. Фух, все, я справилась. Я сегодня в отрыве, я сегодня в угаре. Обычно мы, когда с Найсиком проходили первую часть, я всегда умирала, и мы не могли нормально отоснять видос. Вот, нам постоянно пришлось ждать и возрождаться. Эта голова, честно говоря, мне нравится больше, чем первая. Тут реально, тут столько новых персонажей классных. О, нет, это же мастер Цад! Ладно, если я... Ну, получается, что мы увидели всех новых монстров. А получается, если я сейчас умру... Офигеть, его просто утащила птица! Капец! Интересно, куда он улетает? Да, она его забирает себе в логово, наверное. А, нет, она себе в гнездо забирает и сажает его туда. О май год. Получается, нам нужно собрать сахар для большого Луки. Окей, сейчас соберу. Ну, вроде бы 9 штук это не так много. Я уже 2 собрала. Ух ты, класс. Только я не знаю, куда это все относить. А, туда же. Синий монстр прям перед ним прошел. О май год. Ой. Меня, походу, заберет сейчас желтый. Нет, не забрал. Ой, тут зеленый ходит. Иди нафиг. Так, а что здесь у нас? Здесь ничего нет?
Нет, здесь нету, здесь просто лабиринтики. Мне кажется, что это, наоборот, безопасная зона. Или мне кажется? Нет, это не безопасная зона. Пока собрали 4 пакетика, 3 из них нашла я. Что делают остальные игроки, я не понимаю. Они, походу, спрятались по своим логовам, а другие должны работать. Но это как-то несправедливо. Они просто сидят в коробках и ничего не делают. Кстати, хорошо, что эта птица так долго забирает себе в логово. Сначала несет ее, там отсиживает яичко. Голубая! Голубой динозаврик! Она идет за мной! Господи, прячемся, прячемся, прячемся! О, мы уже собрали все! Все, получается, Луки может покушать свои пироги. Ой, он делает, он кушает. Какая милота. Все, получается, мы совсем справились? Или нет? А, все, да, теперь мы можем выйти из этого мира, походу. Ой, оранжевый. Капец. Так, какие-то тележки. Что же нужно сделать? Так, сяду, наверное, в телегу. Что-то очень непонятное. Походу, все игроки должны сесть в эту тележку, и мы поедем. Да, дед прав. Дед выдал базу. У нас тут своя дискотека. Мы куда-то поехали. Мы должны будем уклоняться. Офигеть, наверное, мы едем обратно в Майнкрафт. Нет, какого фига я поехала по воде? Что за бред? Я же правильно уклонилась. Еху, господи, как же весело. Что-то недолго как-то я тут... О, Луки тоже с нами поехали на тележке. Ладно, походу реально мы возвращаемся в Майнкрафт. Что это? Как видишь, в Майнкрафт я обратно не отправилась, а осталась в Роблоксе. Ну, вот так вот вышло, что меня съел оранжевый монстр. Поэтому, наверное, нам пора с тобой прощаться. Напиши в комментариях, как тебе новые персонажи Rainbow Friends 2. Поставь свой лайк на этот видосик, если тебе он понравился. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. И, конечно же, не теряй. Пока!